утро, добрый вечер всем. Скотч Экшн, четвертый выпуск, внезапно оказывается в городе Мозыре. Я сейчас нахожусь на бульваре Строканиевском, рядом со мной шумит фонтан. Мы начинаем. Этот выпуск мы хотим снять не только для себя, для мозырских фанатов, но и вообще, в принципе, для всех болельщиков, зрителей и любителей чемпионата Беларуси по футболу. Актуальность этого видео обуславливается тем, что вот Миша с Димой были в Жодино, и там услышали в сторону Славии крики «Отправляйтесь обратно в свою деревню». Немногие знают, что вообще, в принципе, Мозырь раза в 3-4 больше этого Жодино, и именно для этих людей мы начинаем этот скотч-экшн. Память молодому Юрию Гагарину. Мы сейчас находимся на горнолыжном спорткомплексе «Мозырь». Наверное, я правильно сказал это название. Если неправильно, никто меня бить за это не будет. С этими врагами у меня очень много хороших воспоминаний. Молодость была у меня, да, такая бурная. Здесь, когда я был молод, я был такой же толстенький, как Димка. Кстати, еще по поводу молодости, да. Когда я учился на первом курсе, ко мне на выходные приезжали мои одногруппники из Минска. У них там они любители всяких таких игр, типа там сваска, поиск, вот что-то вроде этого. И они приехали в Мозырь, абсолютно незнакомый город, чтобы решать какие-то задачки, головоломки именно по ориентированию в этом городе. И когда они у меня начали спрашивать: «Леша, как проехать туда, Леша, как посчитать то?», я понял, что я совершенно этот город не знаю. И сейчас я буду исследовать вместе с вами. Чем еще примечателен Мозырь? Вот я в городе. А вот я в лесу. Это знаменитый фонтан перед стадионом. Чем он знаменит? По моим сведениям, он был подарен то ли питерской мэрии, что ли нашему городу. И они не нашли другого места, кроме как снести стоянку, без которой лицензия УЕФА с этого стадиона слетела, и поставить сюда вот этот фонтан. Он, конечно, клевый, вот детишки даже моются. Мы сейчас моемся, у нас капельки падают. Но дерок руки все равно хочется. Любопытный момент. Вот мы снимаем сейчас скотч экшен в городе Мозыре, и нас встречают люди совершенно нам незнакомые, зигуют и кричат: «Скотч шоу! Уху!» Это чертовски приятно на самом деле. Знать, что твое творчество, да, в кавычках творчество, кто-то смотрит, потому что это интересно. Добрались до стадиона «Лина». Сегодня 10-й тур чемпионата Республики Беларусь. Играет наша любимая команда, всем Мозырем любимая команда, Славя. И встречается она с командой из города Бреста. Вчера произошел матч среди дублирующих составов. Первая победа наших дублеров. Клименко был штрафной, очень мне понравился, да? Это был единственный гол этого матча. В принципе, поздравляем наших дублеров с победой. Сегодня надеемся, что основной состав также порадует нас обилием забитых голов. Также возьмем 3 очка в свою копилку. Победа будет за нами. Пока Леха едет, передачу ведем мы. Значит, ребята из Бреста угостили любезно меня ватом. Вот. Мы сидим сейчас в зале. Паша Мозыря. Юрий Иванович. Юрий Иванович. Вот. А под нами где-то Учитывая то, что наш стадион для большого футбола называется «Юность», этот вот маленький стадиончик для пляжного футбола я бы назвал «Детство» или «Отрочество», или «Отрочество». Миш, как правильно? Я не знаю. Неважно. Мне по-русскому 4. 4 по-русскому из 10? Да. Капец, Мишань, капец. Все, вырубай. В общем, вчера погода резко испортилась, у нас были дела, поэтому мы ничего, в принципе, тогда не сказали о непосредственно самом матче. В общем, завершился матч 10-го тура Зета-банка, Лямбда-банк чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Славия победила Брест, как вы все знаете, со счетом 2-1. Игра была довольно интересная, было много опасных моментов. Нет, опасных моментов было не так и много, вот, но... После матча вот можно, а так... Была ударная такая 20-минутка в первом тайме, в которой были забиты все 3 гола в этом матче. А в основном Славия играла по счету, то есть если в первом тайме Славия выиграла 5-1 номером, во многом получалось, так как узкая схема Юрия Малеева.
оказалось семьи на этот матч. Да говорить-то нечего, да, выиграли и здорово. Наши ребята молодцы, у них это удается, вот уже который матч удаляется. Славянцы тоже выигрывают. У нас 100% это снова два матча, две победы на родной юности. Мы едем дальше. У нас будет такой тест в Борисове с чемпионом страны. И будет довольно-таки неожиданно здорово, если наша команда сможет очки в этом матче. Покажет свою истинную силу, ребята. Силы земли. Добавил остроты в действиях Мазерян, возвращение Олега Страхоловича после травмы. Во многом неожиданное, при том, что во всех превью все считали, что он будет более на матч. Появился, вот он забивает. Замечательный гол. Опять-таки, в большей степени для вратаря, и, наверное, сам он не ожидал, что мяч залетит в ворота, потому что празднуется он начал его только когда мяч уже коснулся сетки, то есть рассчитывался на вес, а получился голевой успех. Очень здорово, что футболисты Славии быстро очень восстанавливаются от травм. Казалось бы, очень неприятное повреждение получил Руслан Зинков в матче с Белшиной, однако в этом матче он тоже оказался в заявке и вышел на поле в середине второго тайма. Игра команды в этом матче смотрелась цельно, были видны тренерские наработки. Видно, что партнеры к концу первого круга притерлись друг к другу. Наши крайние хэвбеки, наши защитники здорово подключались к атакам. И видно, что игра у команды есть. То есть то, что в самом начале у нас игра не шла, не было результата, впоследствии все стало на круги своя. Первую победу в гостевом матче, возможно, уже Борисы, как знать. Мозырь – город спортсменов. Специально были сняты кабинки на нашем колесе обозрения Мозырь-Ай. Вот видите эти перекладины, которые остались? Люди повисают на них и делают полный оборот по всему колесу, оглядываясь по сторонам. Некоторые падают, умирают, но умирают несчастливыми. Раз, два, три. Три-четыре. Кивни, когда начнешь. Знакомьтесь, это Мозырское отделение уважаемой редакции, так сказать, дублирует наш состав. Это Максим Лузан, это Михаил Джуниор Винокуров. Просто у нас два Михаила, один из них Мишаня, а другой из них Джуниор. Мишаня вот нас снимает, если вы не в курсе, да. Говоря еще про город Мозырь, у нас есть замечательный парк. Вы уже познакомились с нашим колесом обозрения, с нашими остальными аттракционами лучше вообще, в принципе, не знакомиться. Но все очень веселые, такие своеобразные, то есть нигде, ни в каком другом городе вы такого не найдете больше. Бурная, неспокойная река Припять омывает берега нашего славного города Мозыря. Больше о ней нечем сказать, в принципе, но она, наверное, как Свислочка, как и Москва-река, если туда зайдешь, то выйдешь оттуда, там, не знаю, без слоя кожи. Возможно, ты выйдешь без ноги, а возможно, выйдешь с тремя. Просто у нас здесь, как вы сами понимаете, вот радиация, да, Чернобыль, вся фигня. Это ты вырежешь. Там находится грибная база, а рядом с ней выгребная яма. Мы будем идти, и здорово, что у нас не 5D кинотеатр, потому что вы не услышите этих замечательных мозырских запахов. Всем известная проблема съема жилья в Мозыре решается своеобразными способами. Это так называемый Мозырский замок. Гомельский и Мирский замок рядом не стояли и не пахли. Недавно, в 1945 году, на этом заводе было самое лучшее пиво. Все заезжали сюда. Извините, говорю. Тут на сей момент самый лучший квас и медовуха. Это так называемые Мозырские врата в рай. У нас здесь своя атмосфера. Вот на самом деле Мозырский замок. Ну, я соврал вам немножечко, но вы, наверное, сами догадались. Мы ребята в Гомеле снимали белого Ленина. У нас в Мозыре есть свой Ленин, правда, он немножко не белый. Он совсем не белый, я бы сказал, он даже черный. Мы сейчас вот слева от меня, справа от вас, находится площадь Примостовая, с которой начинается вообще любое путешествие иностранца, иногородца в городе Мозыре. За Мишей, вот он идет задом, он опять скоро упадет, находится самый большой пешеходный мост в Республике Беларусь. Причем пешеходным он оказался внезапно, вот когда мы сейчас приехали, давно в Мозыре не были. Здесь проводятся ремонтные работы, и
до ближайшей остановки автобуса придется идти пешком. На этой ноте на нашем мосту мы будем заканчивать наше путешествие по городу Мозырю. Получилось оно довольно длинное, наверное, Миша все-таки разобьет на две части. Хотя, в принципе, из всего шлака, что мы сняли, можно будет выйти 10 минут на стандартного формата. С вами был Скотч Экшн, меня зовут Алексей Архипов, за камерой Миша Алексеев. Сосед дружочки из Мозырского отделения уважаемой редакции. Макс Бузен. Михаил Винокуров. Всем пока. Хипстер, странный хипстер. Это, ну, будет скоро у нас поп брест. Урвана. Вот так вот. Наверное, вставит это Миша, да? Ставишь? Ставлю когда-нибудь. После матча, вот как-нибудь так, чтобы резко-резко. Просто не смущайтесь, мы внешне выглядели. Дима затроллит сегодня. У меня кодировка забита. Кодировка сбила. Ну и какой толстый. Это пацан. Я опять повторяю. Что за х**? Я вообще не знаю, что говорить. У меня браслета нет. Три, четыре. Кивни, когда начнешь. Обещанный бонус, анонсированный нами еще со времен охоты на белого Бомеля. Тогда у нас результаты были, ну, не очень, скажем так, вот, и из-за этого бонус наш не получался. Но сейчас он есть. Встречается гость Скотч Экшн, лучший насильник мечей в Восточной Европе, спортсменец, комсомолец и просто красавец Павел Челятко. Привет. Привет. Привет, Паш. Первый вопрос к тебе такой. Расскажи вообще, как тебе живется в Мозыре. Не знаю, узнают ли тебя болельщицы, болельщики в городе? Да нормально, в Мозыре живу. Болельщики. Узнают болельщицы, хотя нет. Но об этом считаю, что болельщики узнают. Нормальный, красивый город. Со своими дефицитами, где нет мяса. Ну, нормально живется. Уже сложно. Вообще я ожидал, что вот после первой лиги ты не очень так много играл, сразу начнешь в старте высшей лиги и будешь играть от звонка до звонка уже, сколько матчей подряд. Да нет, я, конечно, не ожидал. Так получилось после первого матча, ну, как выше в основе. Так получилось до сих пор, пока играю, надеюсь продолжать играть дальше. Тебе вообще привычно на позиции левого защитника играть? Да, привычно, даже привычно, чем левого защитника, левого защитника. Нормально, все равно как бы уже привык давно защитить на левый брак. Просто интересно получилось в интервью «Время футбола», ты сказал, что тебе нужно прибавлять в отборе. Вот, как бы с техникой у тебя все в порядке, а защитник в отборе нужно прибавлять. Тоже не очень все в порядке, отбор. Отбор нужен. Судя по матчам, ты там один в один спокойно выигрываешь большинство. Как получится. Вот как, расскажи вообще, как на тебя вышли эти самые «Время футбола»? Да позвонили по телефону, там, спросили, против, не против. Значит, конечно, что-то спал. Не очень понял, конечно, не подогнал. Ты во время интервью спал. Во время интервью вроде просто спал. Позвонили и после тренировки. Валеев сказал, что вот качество, которое тебе ему нравится, что ты против любого соперника играешь, ну, одинаково, скажем так, с огромным желанием, с самоотдачей. Стараюсь. Расскажи секрет. Стараюсь, конечно, так играть, но Мандрею перед каждым соперником, если ходишь, так подавить, если. Если нормально, так нормально, иногда ходишь в игру, потом стараешься. Наладить. Не всегда же получается. Ну как вообще относишься к тому, что тебя в концовке каждого матча практически выдвигают вперед на 3 атаки? Конечно.
конечно, для меня вообще не хочется забить, тем более моменты так появляются больше, когда будешь играешь. Ну, я рад, что так получается. А физики вообще хватает? Там не уплёвываешь лёгкие в конце игры? Не, уплёвываю. Пока. Да, вроде нормально, это тоже. В зависимости от игры, как пойдет. Иногда все нормально, на весь матч хватает. Иногда тяжеловато в конце. Зависит от матча. Дубата, готов? Конечно, готов. Хочешь себя проявить? Ну, смотрю, как получится, надеюсь, что все нормально будет. Ну, тогда последний вопрос такой вот, чтобы тебя поразить. В чем разница между уткой? Утка и чем тогда? Спасибо, с вами был Павел Челятко и Скотч Экшн. Скажи Скотч Экшн. Скотч Экшн. Спасибо.